Добро пожаловать на фестиваль! Такой приветственной фразой начался третий фестиваль иностранного языка, который объединил в себе любовь к языку, литературе и театру. А зародился он среди педагогического сообщества. И с каждым годом интерес школьников к этому фестивалю только возрастает. Мы любим английский язык, мы хотим участвовать в разных мероприятиях, потому что, мне кажется, это очень интересно. В нашей школе любят театр, и мы решили себя попробовать здесь. В этом году в фестивале решили поучаствовать 12 школ города, каждая со своей постановкой, а 24-я школа выступила с двумя. У нас нет в этом году темы, у нас разножанровая очень в этом году. Захотели люди и показать и песно-танцевальные композиции, и литературно-музыкальные. Есть у нас 2 мюзикла и 6 театрализованных постановок. С первых секунд мини-спектакля мгновенно переносишься куда-то очень далеко, в другой мир, в другую народность. Благодаря декорациям и мультимедийному сопровождению герои оказывались в разных обстановках, то в доме, то на улочках Лондона, а то и вовсе в лесу. Юным артистам так удавалось передать суть постановки, что некоторые сценки были понятны и без перевода. Но все же знания английского языка на фестивале были необходимы. Предполагается, что мы должны брать лучших из школы. Но на самом деле так получается, что на сцену выходят те дети, у которых горит сердце, и они обязательно выучат свои роли. И у них великолепный английский. В состав жюри входят работники управления образования, учителя иностранного языка и представитель, оценивающий актерское мастерство. Судейская коллегия следила за регламентом постановки, которая должна длиться не более 15 минут, а также обращала особое внимание и на другие критерии. Языковая компетентность детей, произношение, актерское мастерство обязательно, затем целостность композиции и идейно-художественная ценность произведения поставленного или постановки, межпредметные связи и их интегративность. То есть это вместе вкупе декорации, костюмы, презентации, которые в основном по положению должно делаться руками детей. Фестиваль музыки и театра на иностранном языке длился с утра и до вечера. И только на следующий день члены жюри подведут итоги и определят победителя.